Здравствуйте, это студия «Баланс ТВ», меня зовут Андрей Сидло. Не секрет, что в этой студии мы стараемся обсуждать какие-то актуальные вопросы для нашего времени, и для этого приглашаем сюда очень представительных гостей. И вот сегодня мы хотели бы поговорить о духовном развитии, но, конечно, этот вопрос достаточно широкий и сосредоточиться в основном на том аспекте, какую ответственность несут за собой поступки и тот человек, который идет по этому пути. Для этого мы пригласили сегодня к нам в студию Юрия Плешакова, пресс-секретаря централизованной религиозной организации «Центр обществ сознания Кришны в России». Здравствуйте. Здравствуйте. И Вячеслава Розова, писателя, философа, путешественника. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот такая тема у нас, так она у нас немножечко, может быть, расплывчато звучит, но тем не менее. Каждый человек стремится к развитию, и не секрет, что некоторые даже к духовному развитию. Ну и для того, чтобы мы каким-то образом вошли в эту тему, да, чтобы мы как-то почувствовали ее какие-то границы, давайте сначала обозначим, что вообще такое духовный путь и как на него попасть. Ну это как Бог на душу положит. Ну вообще духовное развитие, вот ведь очень часто говорят о таком термине, как духовное развитие. Что это такое? Знаете, начало духовного пути — это удар молнии. То есть внезапно ты вдруг ощущаешь, что полностью меняется твое мировоззрение вообще. Что в тебе что-то пробудилось, и это подобно удару молнии. Тебя осеняет что-то. И с этого момента можно сказать, что начинается какая-то новая фаза вот этого духовного пути. Почему новая фаза? Почему вообще фаза? Потому что на самом деле, по большому счету, духовный путь, он начинается задолго до того, как ты на него вступил. То есть должны быть предпосылки, которые позволяют тебе однажды, вдруг проясненно, совершенно естественно осознать, что ты уже не такой, как был раньше. Но подошел к этому ты не сразу. Должна была какая-то быть подготовка к этому. Всего сразу не бывает. Что-то должно быть первым этапом, вторым этапом, третьим этапом. И вдруг в какой-то момент ты доходишь до вот этой счастливой роковой черты, после которой ты трансформируешься к лучшему. Вот это начало духовного пути. А если судить по вероисповедному какому-то признаку, то это специфическое объяснение, ну, потому что сейчас очень распространено считать тождественным, например, национальность и вероисповедание. Да, вот. И здесь бывает сложно объяснить человеку, что такое духовный путь. Любой человек, который себя соотносит какой-то, например, национальности или какой-то принадлежности к какому-то государству, да, гражданству, он может автоматически думать, что вот он там, там, там или там. Да? Вот. И это тоже можно, в принципе, назвать духовным путем, потому что все-таки это путь, который ведет вверх к совершенству, постепенно, поэтапно. Так что и это не будет и не ошибкой, и не совершенством. Это просто вот такое объяснение, немножко другое объяснение. О том, к чему все-таки идет человек, когда он движется в этом направлении, мы поговорим немножечко позже. Вячеслав, вопрос к вам. А есть ли какие-то признаки? Ну, тут можно как-то понять, что действительно твое движение в духовном развитии, оно идет с какими-то результатами, и ты достигаешь каких-то рубежей, что ли, в этом процессе? Всегда есть очень четкие признаки, ясные концепции. Весь вопрос в том, сам человек готов ли к этой оценке или не готов, и большинство не готов. Большинству людей невыгодно знать критерий оценки своего развития, своего внутреннего мира. Собственно говоря, в этом и есть начало духовного пути, когда мне становится интересно, какую мне оценку ставит Бог. А его оценка какова? То есть ни люди, ни мама с папой, ни школа, ни государство. А какую оценку мне Бог поставил за мою жизнь? Вот тогда и начинается духовный путь. То есть отличие духовного пути от материального, именно вот какая оценка меня интересует. Материальный путь — это когда меня оценка моих внешних достижений интересует. Чего я достиг во внешнем плане, все эти вот дипломы, должности, груды кирпичей, километры собственности и так далее.
начало духовного пути, когда меня начинают интересовать внутренние достижения. А что внутри меня происходит, что там есть, и насколько это все мобильно, как это можно менять, трансформировать. И когда я становлюсь честным, вот это вот, собственно говоря, начало духовного пути — это момент честности. И вот в этот момент честности я вдруг понимаю, что мне двойка в четверти. То есть внутри ничего не меняется. Что вовне достижения есть, квадратные метры увеличиваются какие-то, там зарплата поднимается, уважение растет, а внутри двойка, а внутри не зачет, а внутри ничего не произошло. То есть вот это вот некоторая проблема конфликта внешнего и внутреннего, это в принципе глобальная вот такая схема. Это все замечают всегда, как, например, там, если взять и покрасить траву, как в армии траву красили, или что-то другое, асфальт, все что угодно. То есть когда вот мы так вот схимичили в своей жизни и пролезались как-то снаружи, но внутри ничего не поменялось, собственно говоря, вот это есть двойка в четверти, и начало духовного пути – это готовность услышать эту отметку и начать ее исправлять. Поэтому, несомненно, есть отметки, есть очень четкие критерии, градации, их можно обсуждать, смотреть. В принципе, это и так всем все понятно, есть конкретные пороки человеческие. И либо человек исправляется внутри, либо нет, либо ему вообще этот мир внутренне интересен, либо не интересен. То есть куда вектор моего внимания обращен, вовне или вовнутрь? Если вовнутрь, то я примерно иду в сторону духовного пути. Мы это еще не назовем духовным путем как таковым, но человек уже в сторону духовного пути и точно смотрит. Есть какая-то надежда, что ему повезет, он на него твердо встанет. Я бы мог добавить, да, к этому моменту мысли из древней книги Бхагавад-гита, в которой объясняется, кто, собственно, вступает на этот самый духовный путь. Да? То есть это отчаявшиеся люди, ищущие и так далее. Да? И здесь, я думаю, значит, вполне уместно на секундочку заострить, значит, внимание на вопросе, а кто я? То есть, mm-hmm. собственно говоря, когда человек, если вот так расшифровать, да, все-таки если он задался вопросом, кто я и куда иду, то вполне можно считать, что он угу. дошел до определенного рубежа, после которого он может пойти в нужном направлении, а может и вернуться обратно, откатиться. Но угу. это очень важный момент – задаться таким вопросом. Кто я? Откуда и куда иду? Это начало духовного пути, в общем-то. Не секрет, что человек – это некая совокупность прошлого опыта. И когда он берет для себя вот это направление духовного развития, он каким-то, правильно ли я понимаю, что он пытается вот этот вот старый свой опыт трансформировать в некие новые рамки? Это неизбежно. Есть два пути. Либо он отказывается от всего этого, при условии, если он имеет что-то, чем можно это заменить, вот это все старое. Либо он сохраняет то, что у него есть, и использует для рывка вперед. То есть два пути, в общем-то, да? Две вот такие вот линии направления, да, вот движения. И здесь, наверное, зависит от самой личности, вот, что она выбирает. Это как раз выбор индивидуума. Угу. Либо так, либо так. Но, честно говоря, вот путь полного отказа от всего, что было, да, он мне лично представляется далеко не всегда верным. В нем таится какая-то опасность. В нем таится опасность того, что, не получив чего-то, ты как бы не имея под собой какой-то базы определенной, да, определенной платформы или фундамента прочного, ты провалишься, откатишься назад и просто разочаруешься. Духовный путь, он всегда путь золотой серединки, на мой взгляд. Я так немножко опережаю события, но, может быть, есть смысл упомянуть это в самом начале беседы, что если мы не придерживаемся вот этого золотого правила, золотой середины в духовной жизни, мы можем потерпеть фиаско, в конце концов. Что это за золотая середина? Золотая середина – это когда ты соединяешь свой внутренний порыв с опытом, который уже существует. Это опыт и священных книг, и опыт святых людей, а также тех, кто равен тебе, которые могут тебе подсказать, глядя на тебя со стороны.
То есть ты раскрыт во все стороны. У тебя не два уха, а уже много ушей и много глаз. Ты все это видишь, все это слышишь. И не просто пропускаешь из одного в другое ухо, а принимаешь внутрь и перерабатываешь там. Это работа. Это умное делание, если выражаться языком таким. Угу. Да-да-да. Вы говорите про какого-то сверхчеловека, на мой взгляд. В конце концов, человек, который бросил вызов самому себе, решив ответить на вопрос, кто я и куда иду, да, и откуда пришел, он, в общем-то, в нашем мире сверхгерой. Да. Ответить на такого рода вопросы достаточно сложно самому. Где взять вот эту информацию, где взять эту поддержку? И самое главное, что делать с тем, когда эта новая информация накладывается на те ошибки, с которыми ты пришел к этому пути? Понятно, что любой человек, который встает на путь духовного развития, это, как правило, человек, который не хочет мириться с тем, что было. Тут надо, может быть, разделить опять-таки внешнее и внутреннее, потому что во внешнем плане может быть полное отречение, вполне спокойно, называется послушничество, это практикуется в религии. Понятно, что для этого нужно обладать определенной, так сказать, внутренней свободой. Только свободный человек может бесконечно подчиняться другим людям. Поэтому если такая свобода есть, она в молодости обычно есть, поэтому в молодости мальчики легко идут в какие-то и военные, такие военизированные училища, еще куда-то. То есть, в принципе, и в общежитии живут, и так. Ну, в общем, это вполне нормально. Когда еще ум не закостенел, то можно привыкнуть и к отречению, и к послушничеству. Поэтому существует и монашество, и послушничество, все это вполне такие приемлемые вещи. С другой стороны, так как этого, в общем-то, не так много, это не популярно, поэтому человек погружается в семейную жизнь, поэтому обрастает материей и становится таким, скажем так, хранителем богатств. Поэтому вот с внешней точки зрения есть путь такого вот отречения, когда ты от себя не зависишь, у тебя ничего нет. А есть путь такого вот человека неограниченного, у тебя все есть, и ты как-то это пытаешься собирать, хранить, культивировать. Это внешние вещи в действительности. Но если мы наложим внутреннюю вещь, окажется, что это и тот путь, он в принципе одинаков, они ничем не отличаются. Потому что во внутреннем плане мотив стоит на первом месте. И у отреченного человека мотив один, и у человека семейного мотив точно такой же. То есть они не считают этот мир своим. Они считают себя здесь гостями и ведут себя как гости, то есть культурно. Что такое культура? Это вести себя в этом мире как гость. Спокойненько. То есть это чужой монастырь, не наш, мы тут не главные. Если у отреченного человека есть этот мотив, это честный отреченный человек, так сказать, можно ему помолиться, хороший, да, действительно, отреченный человек, монах, послушник. Если семейный человек с этим же мотивом живет, его нельзя, в принципе, отличать от этого послушника, от этого монаха. Просто у него еще есть жена и дети. Но мировосприятие его такое же. Такое же. Поэтому священные тексты рекомендуют между ними не проводить больших различий. Что, в принципе, это то же самое послушничество и то же самое монашество, только в форме семьянина. Но мотив тут на первом месте. То есть речь идет не об образе мысли, а об образе жизни, да, фактически? Образ жизни – это внешнее, да. А мотив – это внутреннее. И вот внутренний мотив может быть и у отреченного человека, и у человека, погруженного в какие-то материальные дела, абсолютно одинаковый. И в этом случае они не различны между собой. То есть их нужно одинаково воспринимать. Вот хотелось бы поговорить об этом моменте вот этого так называемого отречения, потому что порой приходится наблюдать, когда человек, приходя в духовную практику, понимая, там, читая книги и сталкиваясь с этим термином отречения, говорит, что все, ну зачем мне теперь все это материальное? Я уйду теперь в духовное, оставляет семью, оставляет работу. И вот этот вот такой фанатизм, ну, его другим словом не назовешь, он присущ очень многим. Почему так происходит? Вы знаете, трудно сказать, трудно назвать это его недостатком. С его точки зрения, то есть если себя поставить на место такого счастливого человека, который готов уже ради духовного на все, что там забыть, все, что там было когда-то связывало, вот эти оборвать якоря все. Вот, на самом деле это его счастье,
Вот. И судить о том, прав он или не прав, это, наверное, дано только Господу Богу. Наверное, это даже не болезнь какая-то или не порок, это естественная фаза, через которую, наверное, проходит чуть ли не 99% всех, кто становится... То есть вот этот неофитский огонь, который пылает в душе и возгорается внезапно, да, как вспыхивает, как порох, на самом деле, если его не будет, то человек может не получить того сладостного вкуса неизведанного, который ему уготован, если он, значит, обратится к духовности. Да? Вот. Есть люди разные. Одним нужно постичь истину с помощью логики или с помощью сухих цифр, каких-то уравнений и так далее. Да? Вот ученый, он моделирует, комбинирует, анализирует. И постепенно приходит к выводу, что существует какой-то разум, который непостижим. Да? А есть личности, которые сразу проходят через, перепрыгивают через этот долгий путь, ввергаются в сферу каких-то духовных вкусов. Да? И это для него, вот этот пожар, который мы называем иногда фанатизмом, да, может быть спасителен на самом деле. Может быть, если не будет этого огня, он очень скоро разочаруется и вернется обратно на круги своя. Разочаруется и откатится назад на исходные позиции. Да? И поэтому судить о том, что вот человек проявляет какие-то неофитские вот замашки у него какие-то, вот он от этого отказался, от этого... Понимаете, это все очень-очень сложно. Это все это надо рассматривать в каждом индивидуальном случае. Да? А порою человек, который немножко вот вспыхнул, погорел, да, если он запомнил у себя на губах вот этот вкус, вот эту пену какую-то, да, вот брызги духовного океана, да, почувствовал, сам океан где-то, может быть, за лесом, там он не виден, да, но он чувствует на губах, ветер доносит какие-то брызги там, да. Если он не испытал этого с помощью своего вот этого прорыва, он может снова откатиться назад. Поэтому давайте не будем строго судить тех, кого вот принято считать какими-то вот белыми воронами или которые вот отказываются там, да. Это не тот фанатизм, который опасен. Опасный фанатизм – это когда мы подменяем какие-то свои внутренние карьеристские или какие-то прочие мотивы религиозной темой, когда мы используем религию или духовные истины в качестве инструмента для достижения своих скрытых каких-то целей, мотивов. Да? Вот это фанатизм, да? Он опасен и для общества, и для этого индивидуума. А фанатизм неофитский, вот этот огонь, я бы даже не стал называть его фанатизмом. Это просто неофитский огонь, который просто пылает. И если рядом найдется человек, который правильно будет подкручивать, чтобы пламень был на одном уровне, горелочка будет подкручивать, чтобы уровень был, да? Вот, тогда вот это горение, оно будет продолжаться долго-долго, и оно в конечном счете совершит чудо. Хорошо, спасибо. Вячеслав, вы согласны с тем, что вот эта стадия вот такого вот отринуть все материальное и уйти полностью в духовное, она необходима каждому человеку? Нет, я не так сказал. Ну, вы сказали, 99% людей должно проходить через это. Хорошо, окей. Ну, лично для меня это невежество, то есть это человек необученный. Когда человек попадает в любую систему, первое, что он должен проходить, это курс молодого бойца, как в армию. То есть нельзя прийти сразу, тебе дали ракету тут же, и ты давай следить за противником с ракетой. Да, все, тебе выдали кнопку, ты... Да вообще тебе кнопку, красная, ты вообще никогда не увидишь эту кнопку. То есть я сколько в армии служил, мне по-настоящему-то автомат-то не дали, как следует. То есть когда давали, то все на меня очень долго смотрели пристально. Что он сделает в следующий момент? Что я буду с ним делать, с этим автоматом? Никто, то есть в таком как бы действительно разуме никогда человеку ничего серьезного не доверит, поэтому и надо понимать, что, конечно же, вот все эти неофитские стадии, это такие очень сомнительные стадии. Когда больше, так сказать, человек получает ложного опыта, чем натурального опыта,
Поэтому вот это вот ура, так сказать, побежать на противника вперед с как бы пистолетом, как в фильмах, такого не бывает. Ты больше двух шагов не сделаешь. Тут нужно по земле перекатываться, тактика должна быть, окопы рыть. Вся война — это окопы рыть. То есть это... Бежать некуда, нету противника, некуда бежать. То есть тебе шашку не дают. Ну, точно так же и тут, если человек вот превращается в такого с шашкой на коне какого-то, так сказать, борца за какую-то духовную истину, это просто, то есть он не попал в обучающую систему. Он попал в эксплуатирующую систему. Вот такие люди не обучены, они выгодны, как черная рабочая сила. Поэтому если нужно мыть полы, там, чистить картошку, рубить дрова, то организация будет эксплуатировать всех приходящих, ну, вот в этом плане их внешнего энтузиазма. Но если нам действительно нужны серьезные, спокойные и действительно понимающие, что такое истинное счастье, а не ложный энтузиазм люди, то сначала они должны попадать в некоторую вот философскую такую среду, где человек сначала понимает, что это такое, куда он попал, что действительно верно, что неверно, чем сентиментализм отличается от настоящего духовного счастья, что такое ложный энтузиазм, что такое истинный энтузиазм. То есть вот это первичное образование, оно как воздух необходимо, иначе все это, в конце концов, а потом в некоторую обиду перерастает. Просто одни с этой обидой сживаются, а другие не сживаются. Одни понимают, ну, время было такое, говорят, у нас время. Вот все люди, которые выжили, они говорят одну и ту же фразу. Время было такое. 90-е годы. Да, на самом деле это признак того, что мы оправдываем то время. Мы его просто оправдываем. Да, время было такое, но... Иначе поступить невозможно было. Да, просто мы его принимаем как факт. Но если у человека не хватает вот этой внутренней силы как бы с этим смириться, то он не принимает, что время было такое. И говорит, меня эксплуатировали. Верните мне вложенные мои силы, мои деньги, мою молодость верните. Верните, и мы это видим, что так и происходит. То есть не должно быть эксплуатации, должно быть знание. То есть человек должен вручать себя на основе любви, а не на основе неофитства. А любовь — это знание, человек должен понять о тонкости любви, правила любви. Но любовь должна быть свободна. Поэтому вот эта вот концепция обучения, это значит, что организация выросла и не хочет больше эксплуатировать никого. То есть это уже не эксплуатирующая, это уже отдающая организация. Но, к сожалению, есть этапы роста, и всегда возникает какое-то желание немножечко, так сказать, продвинуться за счет чужого энтузиазма. Но это дешевое продвижение, оно, скорее всего, потом будет разрушено. Поэтому очень много больших достижений в результате были утеряны, все куда-то рассыпалось. Почему? Потому что не на том цементе, не на том вот фундаменте все это было построено, где эти достижения. Я не буду их перечислять, но очень много достижений, они куда-то исчезли, они пропали, рассыпались. Почему? Потому что основа не та, основа всегда нужна. Видите, как сейчас пол Москвы перестраивают? Что-то не то с этими домами. По нескольку раз. Да, что-то не то с этими домами, как это, реновация, да? Реновация, что это такое? Люди же жили в них, нормальные же как бы дома, жили. А потом в определенный момент стало понятно, если мы их сейчас не снесем сами, то это все просто вот всех завалит, все развалится, эти козырьки начали падать. Это же реальная проблема в России, падают козырьки на голову. То есть снега навалило, и вот эти козырьки начали. Балконы срываются. То есть все, оно вот и шаталось, оно вот строилось быстро, радостно, на энтузиазме. А давайте быстро построим все эти, вот так сказать, домики. Раз, построили. Здорово. А вот когда строили очень серьезно, так сказать, а сталинские дома, прости господи, до сих пор стоят, страшно стоят, огромные, так сказать, кухни там, еще что-то. Строилось в немножко другом сознании, и до сих пор стоят, и никто не хочет сносить сталинские дома. При этом деревянные перекрытия, и ничего с ними не происходит. Да. Я жил недавно в таком доме, я позавидовал жильцам. Огромные окна, какой-то вот воздух, пространство. С другим сознанием было построено. Также и духовная жизнь человека, ее же надо построить. И вот очень важно, в чьи руки попал этот новобранец. Если в руки человека, который не хочет его эксплуатировать, а который хочет действительно из него сделать потом настоящего генерала, которого не убьют в первый же день на поле боя, вот тогда ему повезло. Но бывает не везет, он просто не везет. И человек попал в руки другого неофита. Один неофит попал в руки другого неофита. Просто неофита с более умным лицом. И все. И ему наговорили, что надо все бросить, надо на самом деле вот стать великим монахом и мир покорить. Но тот просто пришел на 2 дня раньше в этот, так сказать, лагерь военный.
Да, то есть я пришел сегодня, а он пришел вчера, и тот уже дед. Дед. А если там действительно духовный опыт, а если это разница? Поэтому, ну, я бы вот неофитам порекомендовал бы сначала разобраться в том, а кто действительно, вот, скажем так, настоящий офицер. Не какой-то вот, так сказать, там, о котором полгода там черпак, да, или как его там звали в армии, а настоящий офицер, боевой офицер, вот, вот комбат, который действительно вот и порох нюхал, и может объяснить, что такое война. Я помню, в армии у нас вот тогда был Афганистан, и мы как-то собрались и пошли, надо записаться в Афганистан. И мы пришли к этому комбату, говорили, вот мы хотим в Афганистан. И он нас так, ну, погладил по голове и сказал, мальчики, вам не надо туда, вам туда идите в роту, мойте полы, вам не надо в Афганистан, потом спасибо скажете, не надо вам туда, идите спите, все будет хорошо. Ну, то есть вот в чьи руки ты попал? В чьи руки ты попал, поэтому духовные трактаты, священные трактаты, веды рекомендуют проверить гуру. Понимаете, то есть гуру это не тот, кого без веры принимаешь. Нет, это как раз того, кого проверяешь. А точно ли он гуру? А точно ли? А есть ли у него вот этот багаж? А есть ли у него этот опыт? А спокоен ли он? А не эксплуататор ли он? Потому что очень легко попасть в лапы лжегуру. Но в тех же священных трактатах описывается, что наше время – это время лжегуру. Нет ничего проще, чем попасть вот в руки такого гуру-неофита. То есть это тот, кто вот делает из себя гуру, на самом деле гуру не является. То есть он не может защитить, он не может обучить, он хочет эксплуатировать. И это правильная вещь – не доверять. Если мы не доверяем, уважая, вот это вот сочетание, такое вот уважительное недоверие, позитивный скептицизм, это проявление разума. И это нам позволит разобраться, куда я пришел, зачем я пришел, учусь я, или я просто попал в какую-то эксплуатирующую организацию. Ну вот, наконец-то у нас в нашей студии в одной программе образовались две встречные точки зрения. Потому что обычно у нас как-то так проходят разговоры, что мы все рассказываем про одно. И вот тут я сейчас вижу, что у нас есть вопрос, касаемый отречения на духовном пути. Есть одна точка зрения, когда говорится о том, что человек должен пройти через путь вот этих вот этого энтузиазма, через путь своих ошибок. Безусловно. Вот. И другая точка зрения, которая говорит о том, что человек сразу должен попасть в правильную образовательную систему с правильными учителями, которые будут его вести по этому пути. Все правильно, здесь нет противоречия. Ах. Вячеслав абсолютно прав, и я надеюсь, что есть доля какой-то правоты в моих словах, потому что хотя бы из-за того, что речь идет о первом порыве, когда человек еще не попал в духовное сообщество. А это же самые главные минуты пребывания в этом, в этом, однако, еще и преимущество продолжения духовного пути именно в духовном сообществе, а не индивидуально. Потому что если человек продолжает свой духовный путь чисто индивидуально, дистанцировавшись от всего, что связывает его с какой-то вот организованностью, железно он потерпит крах. Да? Его духовная жизнь очень скоро разрушится, она сойдет на нет. И только в духовном сообществе, если оно правильно организовано, и если в нем проявлены такие качества, как авторитетность, забота, разум, организация, да, он начинает интенсивно расти. И более того, уже очень скоро он, пользуясь разумом святых людей, начинает, в нем пробуждается его собственный разум. Он начинает видеть, что на самом деле хорошо, что плохо, благодаря тому, что он видит хороший, добрый пример. И в этом преимущество духовного сообщества. Опять-таки, если оно правильно организовано, если оно авторизовано, если оно авторитетно, если оно своими корнями упирается далеко-далеко-далеко-далеко в прошлое. Вот. И таким образом, то, о чем я сказал в начале, это первый порыв. Я имел в виду тот огонь, который зажигает человека при соприкосновении. Ему, может быть, еще он еще даже не раздумывает над тем,
что будет завтра, послезавтра. Сейчас он наслаждается тем, что вдруг он получил более-менее какую-то возможность ответить на поставленный самому себе вопрос. Кто я? Оказывается, он вдруг внезапно соприкоснулся с этим. Его это зажгло. Теперь он должен попасть в сообщество, которое раздует этот огонь и будет правильно его поддерживать. Так что противоречия никакого. Но, с другой стороны, я согласен, всегда радостно видеть, что существует одна точка зрения, другая. Для ведущего это хлеб просто. Да, но просто я пытаюсь понять, что мы говорим о некой такой идеальной ситуации, да, когда человек попал там, в обучающую систему и все такое. Но по факту люди приходят, и они остаются одни. То есть они сталкиваются с какой-то практикой, они видят атрибуты проявления этой практики и, как правило, внешние атрибуты этой практики. Да? Но понятно, что в любой религиозной компании кто лидерами являются? Люди с духовным саном. Это священники, это монахи, это там, ну, в разных религиях они по-разному называются. И понятно, что люди, как правило, привлекаются на основе этих личностей, и они хотят повторить этот опыт. И они приходят, они понимают, что у человека есть. Вот, да ничего у него нет. У него есть служение в виде вот, там, церкви, в виде какого-то там монашеского обета своего. И они думают, что, о, слушайте, так оказывается, вот она правильная жизнь. Он пришел в эту компанию с багажом. Я не случайно начал нашу программу с вопросов про материальное. О том, что человек приходит с материальным багажом, и он понимает, что этот багаж сюда не вписывается. И естественно, он хочет оставить. И вот если я вас правильно понял, то вы говорите о том, что да, очень легко надо все оставить и с головой окунуться в этот энтузиазм. Но опять-таки не совсем так, потому что грамотный, тонко чувствующий лидер духовный, да, он такого не допустит. Вот когда человек пылает каким-то огнем, он видит, что если сейчас человек отречется, да, он просто разбирается. Если он сейчас вот допустит вот этого полного, суть абсолютного, иногда ненормального отречения, да, то человек будет страдать очень скоро, завтра, послезавтра. Он должен увидеть это. Да? И если лидер смотрит на этого человека и не задается таким же вопросом, да, что будет с этим моего подопечным завтра и послезавтра, значит, это плохой лидер. Значит, он не на своем месте, и на самом деле ему самому нужно, может быть, поменяться местами с этим неофитом. Да? Вот. Может быть, он еще не до конца понял, для чего он здесь находится, да? И что он будет с этим делать завтра и послезавтра. Таким образом, здесь вопрос и в том, что должно быть вот это горячее неофитство, да, оно должно, безусловно, быть. Это естественный уровень человека, да, соприкасающийся с духовным. Это преображение его, это огонь преображения. И оно должно сочетаться с более взвешенным каким-то подходом к этой личности, с тем, чтобы эта личность была окружена заботой, вниманием, чтобы можно было направить его в нужное русло и понять, на что он способен. Дать ему тот вид служения, который разовьет в нем его качество и поддержит этот огонь. И зачастую мы видим, что люди, которые горят и жаждут, чтобы их огонь кто-то поддержал, они выгорают, а на них никто так внимания и не обратил. То есть они просто зашли, не встретив понимания, и опять-таки отвалили в сторону. Вот в этом минус. Понятно, спасибо. Вячеслав, скажите, правильно ли я вас понял из вашего предыдущего ответа, что если человек попадает в организацию, в которой ему дают в качестве примеров только какие-то внешние атрибуты, они дают сразу некую систему образования, это, в принципе, говорит не столько о неспособности правильного пути самого этого человека, сколько о молодости и недостаточной развитости самой организации? Конечно, есть определенная лестница, поэтому на лестнице кажется, что встречаются какие-то противоречия. Нет противоречий, нет между нами. Есть лестница, есть ступени определенные. И через эти ступени нужно правильно проходить. Несомненно, первая ступень – это шрадха, вот такая вот яркая вера. Яркое, сильное верование, когда человек понимает, что есть альтернатива. То есть он уже уперся в предел своих материальных каких-то надежд, возможностей и понимает, что будущего нет.
все, no future, нету будущего. Все уже спели на эту тему, как могли. Рано или поздно любой певец поет о том, что будущего нет. И тут у него вдруг, то есть он мучается, он ищет разные пути, и вдруг у него свет вот этот появился в конце туннеля, он понимает, что будущее есть, есть альтернатива. И у него появляется шрадха, вот эта вот вера настоящая, его пробивает, он бегает, кричит: ура, будущее есть, я был неправ. И вот тут нужно понять, что если он на следующую ступень сразу же не перейдет, то вот он тут перегорит, дрова его сгорят, и останется одна зола. Поэтому следующая ступень называется на санскрите садусанга. Садусанга буквально это общение с учителями. То есть нужно принять учителя и сразу же начать учиться. То есть как идти по этому пути, чтобы не потеряться, чтобы тебя вот на этом поле разнообразных просветлений не поймали вот эти уже гуру и не заэксплуатировали насмерть. Поэтому вот тут необходим именно саду. Саду – это мудрец, святой, бескорыстный человек. Саду – санга. То есть нужно попасть в руки настоящих святых. И вот тогда эти святые обучат, как, используя все, что у тебя есть, не отрекаясь от этого, не выкидывая это на помойку, не выкидывая там серванты куда-то там с 10 этажа, не разрывая свою одежду, не разрезая ее там ножницами, не отказываясь от жены, от детей. Как можно с помощью всего этого идти по этому пути, служить Богу? Этот этап называется баджанакрия, то есть служение Богу, то есть вот реальный практический путь. Видите, практический путь только на третьем этапе это начинается как таковой. Вера, шрадха, а потом общение с учителями, обучение, садусанга, потом уже практическое реальное вот служение Богу, духовное развитие, баджанакрия. И только тогда что происходит? А куда тогда идет дальше человек? Что вдруг с ним происходит? Он начинает по-настоящему отбрасывать все, что в его сердце было ненужным, все, что было грязным. Он начинает меняться, он начинает становиться другим человеком. Только на четвертом этапе, анартха-неврити, очищение сердца происходит. И если его сердце очищается, и он идет дальше, и он общается с учителями, он служит Богу, и его вера сохраняется, он на основе этого огонька идет по этой лестнице, то к нему приходит истинный духовный вкус, ручи появляются. То есть это естественная ступень, она научная, она описана, и организация должна следить, чтобы этот лифт работал, чтобы по этим ступенькам все шли как надо. То есть как солдат, он должен быть вдохновлен, но в строю. Солдат не должен быть сам по себе вдохновленный. Он должен быть в строю вдохновленный и в любое свободное время ходить строем и петь песни. И вот тогда он станет действительно сильным, хорошим, замечательным солдатом, который защитит Родину. Так же и тут. Вот эту лестницу ее нужно правильно пройти. И организация, собственно говоря, главная вот задача организации, а не бардака, следить, чтобы все по этой лестнице своевременно, без ошибок, без заблуждений проходили, никто нигде не задерживался или эту лестницу не эксплуатировал, чтобы пробок не возникало, чтобы заторов не было, чтобы никакой снегопад не помешал этой дороге работать. А там еще есть несколько ступенек, но мы их не будем в этой передаче. Я бы назвал это... Да, я слышал, да. Вы несколько раз порывались. Я бы назвал это, вот этот процесс обретением духовного разума. Знаете, в материальном мире у каждого из нас, каждый может похвалиться, что он разумный, да? Но вот обычно разум, он материальный, то есть человек оценивает ситуацию и принимает какое-то решение. Вот это клише «хорошо это или плохо», да, как из Маяковского, да, вот, становится таким постоянным спутником жизни человека. Он постоянно должен принимать какие-то решения и оценивает это, да. В принципе, это функция разума, но это материальный разум. Вот. Он не продолжителен по своей сущности. Да? Он не выходит за рамки определенной какой-то бытовой жизни. Духовный разум — это разум, который человеку может с самого начала, и его может и не быть. То есть духовный разум, когда ты становишься способным принять правильное решение с расчетом на очень-очень высокие, очень далекие горизонты, прям запредельные, да, вещи, он
обретается, если ты заимствуешь частички этого разума у других. Поэтому вот эта система поэтапного роста, вот эта лестница, да, она предполагает, что в человеке пробуждается его собственный разум за счет того, что он заимствует разум от того, кому он доверяет, из священных книг. И он наблюдает за учителем, он слушает его, то, что он говорит, его наставления. Все это дает возможность человеку почувствовать, что в нем пробуждается способность увидеть вещи уже в новом свете, да, и принимать безошибочные решения. И когда он всласть уже позаимствуется всеми этими прекрасными вещами, он в какой-то момент тоже становится таким же лидером духовным, да, потому что он теперь уполномочен, в нем есть способность безошибочного определения целей, мотивов и задач. И это уже, в свою очередь, он передает другим. Это постепенный, перманентный путь, который сопровождается и своим собственным индивидуальным развитием, и заботой духовной о других личностях, которые пока еще находятся на неофитском уровне в самом начале. Да? Это духовный разум. И таким образом духовное сообщество в виде организации, если она грамотно построена, она дает, вот эта организация, человеку тот драгоценный духовный разум, который позволяет ему просто идти по жизни этой материальной и правильно оценить, нужно ему, чтобы у него в шкафу был какой-то там скелет. Нужны ему эти старые вещи? Если нужны, то как ими воспользоваться? Да? Если ему это не нужно, то кому это отдать, чтобы это послужило духовному, на развитие духовной цели у кого-то другого? Там, да? Вот, понимаете, он даже в материальном мире правильно оценивает ситуацию, хотя на него оказывается влияние извне, да, со всех сторон, да, и с телевидения, и оттуда, и с работы, и так далее. Он готов уже к продвижению в этой неблагоприятной материальной среде, и он правильно оценивает, как воспользоваться тем, что у него есть. Это на санскрите, если мы продолжаем санскрит, называется юкта-вайрагия. Правильно воспользоваться тем, что ты имеешь, использовать это для своего собственного прорыва дальше по спирали. Вот. Ты просто как, используешь как топливо дополнительное это. Раз подложил дров в топку, продвинулся еще на километр, еще на километр. Казалось бы, это ненужные вещи, бессмысленные, но от них можно избавиться путем выбрасывания это на помойку, а можно бросить это в топку огня, который толкнет твою собственную духовную машину вперед. Понятно, что эта тема, она бесконечная, в ней очень много аспектов, и можно было бы продолжать, продолжать и продолжать. Сегодня мы очень много говорили по поводу того, как двигаться по этому пути. Чтобы подвести какую-то черту в нашей программе, давайте закончим ее, может быть, какими-то практическими советами для тех, кто, может быть, только-только сталкивается с духовной практикой. На что им в первую очередь обратить внимание в том, куда они приходят, и самое главное, в своем внутреннем мире, что им нужно делать в первую очередь, какие первые шаги? Когда-то, открыв Бхагавад-гиту, я так захлебнулся в ней, и когда я услышал человека, который сказал мне, что суть Бхагавад-гиты в том, чтобы принять духовного учителя, я с ним не согласился, потому что я испытывал духовный кайф от того, что я прочитал эту удивительную мудрость. И я понимаю, каким я был... И все понял при этом. И я понимаю, что я был еще очень таким дурачком. И на самом деле тот парень был прав. На самом деле очень важно в жизни человека, который хочет преобразоваться духовно, встретить на своем пути настоящего духовного учителя и внимательно слушать его наставления, его советы, принимать его советы. Таким образом, духовный путь, духовный успех ему гарантирован 100%. Спасибо. Вячеслав. Какие бы шаги ни делал искатель в своей духовной жизни, он должен всегда ориентироваться на разумность этих шагов.
на разумность слов, которые он слышит, на разумность тех рекомендаций, которые ему даются, на разумность последствий изменения. Он должен искать, в конце концов, во всем разумность. И тогда есть какая-то вот такая надежда на то, что путь будет минимально острый, минимально нервный, будет минимум синяков, травм, порезов, переломов. И пусть остаются скелеты в шкафах, главное, чтобы там жизнь никакая не завелась. То есть скелеты иногда полезны, они напоминают, что планы у нас были так себе, поэтому по дороге они в скелеты превратились. Да здравствует скелет. Скелеты, да. Какая-то память о глупостях должна сохраняться, чтобы к этому больше не возвращаться. Поэтому пару скелетиков и не повредит, там, пусть будут. А вот чтобы в новые глупости не попасть и не потерять свою жизнь на какие-то отклонения, вот тут надо всегда следить за разумностью. И это поможет более-менее не попадать в ловушки, другие какие-то капканы этого мира, которых очень много. Разум всегда первичен. Если есть какое-то сомнение в разумности, лучше второе мнение получить, лучше почитать, подумать, поискать специалистов, но не действовать против разума. То есть разум пусть будет, это все, что у нас есть, а внутри пока. И каждый раз, когда мы будем действовать разумно, этот разум будет укрепляться, и мы будем становиться все более мудрыми, и однажды сами начнем помогать другим. Спасибо вам большое. Было очень интересно вас послушать. Я надеюсь, что мы еще не раз с вами встретимся. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Ну что ж, уважаемые зрители, мы сегодня, наверное, сумели понять о том, что движение по духовному пути предполагает очень серьезную ответственность практически за каждый шаг, который делает человек. Но при этом также очень важно, чтобы это движение было в сопровождении здравого смысла. Спасибо, что смотрите наши программы. Продолжайте смотреть наш эфир и заходите к нам на сайт balanstv.ru. Всего доброго, до свидания. В эфире «Добрые новости». В наш добрый магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в добрый магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по доброму телефону 8-926-390-07-82 или заходите к нам на добрый сайт www.dobrodefizshop.com.